I... Ты пишешь СМС, ты не боишься? Ты знаешь, что будет дальше? Ты его отправил. Да, я и получил уведомление, что сообщение отправлено. Оп, а вот оно уже и получено. А что теперь начинается? А теперь начинается самое ужасное. Ты начинаешь ждать ответ. От кого? От нее, конечно. Закончил СМС так, чтобы в конце был вопрос. Или чтобы было так, чтобы она не могла не ответить сразу, потому что ждать невозможно. Как же можно ждать ответ от нее? Да. Как здорово.